использование ДПДГ без билатеральной стимуляции, без нее. Примерно после 360 часа самостоятельной практики ДПДГ на себе самой я обнаружила, что уже нет необходимости в билатеральной стимуляции. То есть, например, я представляю неприятную для себя картинку. Давайте продолжим уже знакомую нашу тараканью тему, да, и возьмем фразу «Мне говорят, что нет смысла травить тараканов в офисе, ведь все равно они скоро все новые появятся». Я нахожу свою эмоцию при этом, там, возмущение, негодование, злость на 8 баллов. Сосредотачиваюсь, концентрируюсь на этих эмоциях максимально, да, стремясь удержать их. И далее я не начинаю движение там глазами, руками, пальцами, ногами, чем угодно. То есть никакой поочередной стимуляции левое и правое полушария не происходит. Билатеральной стимуляции вообще нет. И сразу же мысленно делаю перепись сценария. То есть представляю, фантазирую, что мне говорят, да-да, конечно, сейчас вызовем санэпидинстанцию, все потравим, решим проблему, не переживайте. То есть придумала себе классную картинку. Дофантазировав этот наилучший сценарий, который мне сейчас пришел в голову, я чувствую, как расслабляюсь, получаю удовольствие и удовлетворение. Затем отвлекаюсь на все, что угодно другое, там, будь то остров безопасности или параллельная перепись совершенно другой темы. И далее снова возвращаюсь, чтобы замерить и перепроверить балл на фразе «Нет смысла травить тараканов». И тут случается непонятное для меня. 0 баллов. Перепроверяю на следующий день эту же фразу. Опять 0 баллов. Как? Почему? А что у нас вообще тогда осталось от ДПДГ? Получается, что элементарное чередование напряжения, расслабления, вот это эмоциональное, уже дает свой целительный эффект. Единственный вывод, к которому я в итоге пришла, обсуждая этот феномен со своими коллегами, которые тоже практикуют ДПДГ, это то, что психика постепенно адаптируется к любому процессу, начинает делать все на автопилоте. Здесь мне вспоминается пример про людей, которые занимаются целительством. У некоторых из них есть специальные ритуальные жесты, там взмахи, там руками, щелчки пальцами, сплёвывания, да, какие-то там ритуальные. Собственно, все то же самое мы наблюдаем в церкви во время обрядов. Взмахи кадилов, там, окропление там, в виде креста кистью, да, имитация сплёвывания во время крещения ребенка и так далее. Те, кто занимаются целительством, но очень долго, также иногда обнаруживают, что со временем жесты все вот эти оказываются не нужны, что эффект выздоровления уже можно получить и без движений руками. Когда психика оттренировалась уже сотни и тысячи раз подряд выполнять одну и ту же функцию, далее уже достаточно одного намерения, и происходит процесс автоматически, без вмешательства движений в материальном каком-то мире, да, руками, ногами, глазами, чем-нибудь еще. И таким образом, по моему предположению, данная дорога как раз-таки ведет в сторону тех феноменов, когда люди могут передвигать предметы лишь усилием своей мысли, двигать энергию лишь своим намерением. Мне очень далеко до этого уровня, да, я не двигаю спичечные коробки взглядами. Но, однако, буду и далее с вами делиться своими какими-то находками, экспериментами на том уровне, на котором я сейчас нахожусь. Возвращаясь к ДПДГ-практике, обозначу, что без билатеральной стимуляции я в итоге сейчас сделаю примерно половину всех своих самостоятельных марафонов. Остальную половину, где эмоции особенно сильные какие-то, да, делаю по классическому протоколу, используя упражнения «ленивая бабочка» или «ленивые педали ногами», да, то есть без использования глаз, с открытыми глазами. С клиентами я попыталась буквально раза три практиковать без движения тела. Ну вообще не зашло никак, да. Видимо, все-таки в первую очередь дело в количестве часов ДПДГ. Если у меня уже было более 300 часов самостоятельных, да, можно пробовать. А когда у клиента, например, пока только 50 часов ДПДГ, ну, вряд ли сработает. Хотя, возможно, читатель как-то продвинется дальше меня в этом и обнаружит какой-то другой ответ на вопрос, почему у одних людей ДПДГ без билатеральной стимуляции работает, а у других почему-то не работает, да. Понимаю, что та практика, которую я сейчас делаю, от ДПДГ уже отличается так сильно, как заяц от карася. Осознаю, что я уже отрываюсь от классической практики ДПДГ настолько сильно, что уже попадаю в какое-то неизвестное для меня как бы пространство. Да? Словно делая в ремонт своей комнате, чрезвычайно тщательно я нечаянно нашла какую-то дверь и вывалилась куда-то в нее.
И вокруг все белое, чистое, не видно границ. И непонятно, по каким законам тут все происходит, на что опираться, кто расскажет, как тут все работает. Это уже и не ДПДГ вовсе, а что это? Я не знаю пока. Но мне точно нравится, и я иду дальше.